Климатическая конференция КОП-29 продолжает свою работу. Президент Садыр Джапаров сейчас находится с рабочим визитом в Азербайджане. Накануне глава государства выступил на сегменте высокого уровня 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН. Визит главы государства продолжается. На прямой связи с нами из Баку Аяна Дюшукеева. Аяна, добрый день. Вам слово. Да, здравствуйте, коллега. КОП-29, климатическая конференция ООН, продолжает свою работу. Ну а съемочная группа телеканала «АЛАТО-24» вещает отсюда, из Баку. И я напомню, что накануне в саммите участие принял президент Садыр Джапаров. В своей речи глава государства отметил, что мир сегодня должен договориться о скоординированных и хорошо финансируемых действиях. И в этом контексте Кыргызстан поддерживает скорейшее принятие новой коллективной количественной цели. Также глава государства отметил, что Кыргызстан призывает развитые страны довести сумму помощи развивающимся странам в рамках климатического финансирования до 2 триллионов долларов США, причем с облегчением доступа к этому финансированию. Кыргызстан также инициировал механизм по обмену внешнего долга на проекты климатического и устойчивого развития. Этот механизм уже поддержали Турция и Германия. Он представляет собой реструктуризацию внешнего государственного долга страны на конкретные зеленые проекты. Ну а сегодня президент Садыр Джапаров принимает участие в двух мероприятиях. Одно из них организовано Кыргызстаном. Его название – «Диалог высокого уровня. Продвижение горной повестки». Телеканал «АЛАТО-24» продолжит следить за ходом работы КОП-29. Передаю слово вам, коллега. Спасибо, Аяна. Ну а мы продолжаем наш выпуск.